Сегодня краткий обзор первого игрового дня чемпионата мира. Стартовал долгожданный чемпионат мира Матеор Лиг. В принципе, как и ожидалось, сегодня в обоих матчах победили фавориты. Вот. Отметить хотелось, Олег, то, что и Бельгия, и Португалия первыми забивали голы. Да, что характерно. Очень заходили быстро в игру. Наши старички до старой федерации, они сначала присматривались так на опыте, но потом включились. Уровень действительно пока видно, что разнится. Сказался опыт, просто-напросто опыт. И все равно, давай отметим то, что и у Испании, и у Англии сегодня были не на 100% оптимальный состав. То есть это где-то 75, 70 или где-то 80, да? То есть прогресс, есть куда расти, опять же, в плане состава. Но мне кажется, то, что в перспективе Португалия и Бельгия могут потребовать. Кстати, если так считать объективно, то, рассматривая вот обе игры, мне показалось, что Португалия выглядит немного посильнее, чем Бельгия. Ну, возможно, просто из-за того, что состав у них немножко более сильный. Нет, я объективно скажу то, что Португалия сегодня выглядела зрело, мощнее, мобильнее. Показалось то, что и центр лучше у них шел. Бельгийцы во втором тайме сделали две грамотные замены. Они поставили в опорку двух человек. Да. И даже испанцы вот жаловались, подходили, то, что второй тайм им дался сложнее. Они под конец забили из-за того, что физики уже не хватило у Бельгии. Но центр, вот этот ход был достаточно грамотный со стороны тренера. А Португалия с Англией первые минут 20 показывала хороший футбол. То есть это и была практически равная борьба. В том плане то, что Португалия забила вот с той половины поля первый гол. И потом грамотно встала вот здесь вот автобусом. Кстати, о борьбе. Оба матча, в принципе, вышли довольно-таки джентльменскими. Особо много стыков я не заметил. Да, были, конечно, некоторые моменты, когда были штрафные, были пенальти, но стыки были не настолько жесткие и жестокие. Сколько? Две, по-моему, карточки всего было, как раз желтые. Но что ни говори, все равно матчи 1/4 финала – это больше выставочный формат. Не спорю. Я думаю, основная борьба будет, когда там, ну, предположим, что Англия сыграет с Италией, да, там, в финале там Бразилия, Германия или Италия. Чем ближе финальные стадии матча, да, тем больше накала. Я думаю, если бы здесь бы, например, счет Португалия и Англия держался 2-2 там, или 3-2, пошла бы вот эта борьба, пошли стыки, потому что команды хотели что-то себе доказать. А так уже, по сути, вторые таймы, они были без каких-то вот уже таких турнирных задач, можно сказать. Но, в принципе, мы еще увидим борьбу в среду. Да, действительно. Вот. Будут два очень интересных матча. Мне лично интересна пара Германия-Бразилия. Ни разу не видел в деле бразильскую сборную, даже бразильский чемпионат. Хочется посмотреть, что они из себя представляют. Думаю, что им заготовят. Мне еще хочется отметить вот индивидуальные действия игроков. Больше хочется отмечать команду. Вот ребята забивали, но насчет индивидуальных, то есть вот не было выпадов, подкатов, что-то еще такого. Вот посмотри. И про Англию, и про Испанию я могу сказать, что сегодня играла команда. Да и даже про Бельгию, про Португалию. Нет, чтобы можно отметить с каждой команды по одному человеку. Что вот он вытащил игру, он ее сделал, либо не сделал. Вот это очень хороший момент. Значит, все-таки сборная дарит. Да? На данный Согласен. Момент. В принципе, в общем, день довольно хороший. Как бы это сказать, выразиться правильно. Насыщенный на голы. 26 мячей. Если подсчитали я правильно подсчитал. У нас табло даже не справилось в какой-то момент. Да. Вот, на четверых команды забили. Так что в любом случае можно сказать, что сегодняшний день удался на все 100. Олег, мы с тобой в лиге самые неудачники в прогнозах. То есть вот что мы с Цыпляевым, Симонов и Цыпляев предскажут. Короче, нужно бежать в букмекерку и ставить по-другому. Но все же, давай с тобой спрогнозируем сетку. Это интересно, я думаю, для всех. Вот смотри, сегодня было, в принципе, это ожидаемо, да? Да. Команды прошли дальше. Италия и Нидерланды говорят, что у Нидерландов очень сильная сборная, Согласен, а Италия будет зависеть от состава. Если Петросян привезет обойму, ну, к сожалению, я думаю, у Нидерландов будет сложно. Ну, не факт, не факт. То есть ты ставишь на Нидерландов? На Голландию? Как бы это так сказать? Я поставлю на Италию, но уверен, что победа им дастся с огромным трудом, потому что видел в деле голландские команды, игроки там довольно-таки добротного уровня, и достойное сопротивление они могут оказать любой сборной. Ну смотри, давай с тобой так вот виртуально сформируем полуфинал. Испания-Англия. Стоп. Испания здесь, Англия здесь, если полуфинал. Да. Германия-Бразилия. Твой прогноз. Честно? Меня просто Бразилия расстреляет, если я на немцев поставлю, поэтому я буду за бразильцев.
я, честно говоря, не хотел бы давать вообще прогноз. Я знаю, как играют, ну, как играют немцы. Вот, но я не понятия не имею, как играют бразильцы. Поэтому как бы тыкать пальцем в небо — это как бы не мое. По-другому спрошу, кто возьмет кубок. Этот долгожданный кубок чемпионата мира. Ну ты знаешь, какой ему будет ответ. Ну скажи. Да, это будет Англия. Это будет Только будет Англия. Это будет Испания. Мы на этом закончим. Ждите нашу новую рубрику.